Никогда меня не слушает. Знаешь, доктор вообще мало кого слушает. Не принимай на свой счет. А он рассказывал тебе о родителях? Нет. Ты не думал, почему док заботится о тебе, а не я? Ну, это понятно. Ты в разъездах. Верно. Родитель из меня никакой. Я вечно где-то блуждаю. Лукас, не только ты ругаешься с доком. Моя младшая сестра, то есть твоя мама, еще не то устраивала. Пока они работали вместе, она постоянно его за что-то отчитывала. Я имею в виду, ты похож на нее. Смышленный. И не только. Когда ты споришь с доком, то заставляешь задуматься о своих поступках. И я горжусь тобой. Только постарайся не судить его. Иногда он за себя не отвечает. Гордишься мной? Очень. Ладно, давай разгрузим и ляжем спать. Завтра у нас трудный день. Доброе утро. Готово. Нек полностью сорвал военные планы Гандахара. Теперь ничто не помешает нам искать ключ. И нашлась Шарлотта. Она жива. Что? Жива. И не хочет меня видеть. Что значит жива? Что тогда произошло? Поговорим об этом в другой раз. Итак, где эта наскальная живопись? Ну... Путь лежит через эти руины на вершину той скалы. Маршрут сложный. Мы с Лукасом провели разведку утром и кое-что подготовили. Отлично. Выдвигаемся. Надо спешить. Привет, это Нек, и мы продолжаем наше удивительное путешествие. Глава 10, часть 1. Пустынные руины. Оу, да, в пустыне. Но если я разбираюсь в гоблинах... А я разбираюсь. В этом месте они должны просто кишмя кишеть. Я вон одного, кстати, запалил, он внизу пробежал оттуда. Так, тайничок. Короче, продолжаем поиски реликтов, которые позволят нам открыть тайную дверь. Которую я не смог открыть, потому что у меня не было реликтов треугольненьких. О, смотри, вот он. Привет, гоблин. Камушки-взрывашечки. Гениально просто. Смотри, какой он юркий. Это тебе не городские гоблины. Это дикарь прям настоящий. Слушай, с ним надо поаккуратнее быть. А то подорвет нафиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, готов, отлично. Юркие они какие, вообще дерзкие. Ну, дикарей, что поделать. Здесь... Я слышал, что кто-то тут пробежал. Показалось, нет? Так, скорпионы. Ну, естественно, в пустыне скорпионы, это как бы норма. Ой-о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 й
Поработал. Высота. Нам наверх, походу, да. Короче, я не знаю, почему мы не смогли тогда двери открыть. У нас вроде бы, если присмотреться к Неку, у нас есть треугольные реликты на теле, которые можно было подставить. Но что-то, короче, они, видимо, не подошли все-таки к этой двери. И вот мы их ищем. Там и квадратики, по-моему, тоже нужны были. О! Сейчас отожмем. В комментариях прошлой серии я же нашел, сейчас тебе покажу. Нашел устройство, точнее не нашел, а собрал его полностью. Детектор реликтов, вот как он выглядит. И мне сказали, что он еще работает на все, что притягивается к Неку. То есть металл, дерево и прочее, прочее, прочее. Поэтому если оно где-то мигает, это не факт, что там реликты. Возможно, там металл или дерево. Ну, короче, броня какая-то для Нека. Ой-о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 й. Отлично. Кто-то здесь еще есть, я слышу звуки жуков. Тут не тайник. Все двери проверяем обязательно. Мало ли. Вот тут вот может быть тайник? Нет. А, вот они, жучары эти. И скорпиончики. Давай вот этого едкого вначале. Ага, сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Горящий пукан меня порезал немного. И к тебе. Последний решающий удар вышибает жука. Я думал, тут будет гоблинов дофига. Тут еще и жуков навалом. Как же кишма кишми, мишми. Давай ищ... наверх, Нек. Легко. Все легко. Смотри осторожнее.
Достал. Я очень осторожен. О, бумеранги пошли. Я думал, тут с камушками будут. Только с камушками. Да в смысле, как это произошло? Эй, йо, вы чё? Я как бы... Я буду сейчас очень аккуратным. Вот он прыгает, я к нему размотал. Дай. Нет, 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 нет. Да, 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 да. Тайник вот вижу. Нет, это не тайник. Ну тогда же явно можно пройти. Эх. Эх, 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 эх. Как это они так отскочили? А там, видимо, знаешь, что там, видимо, горочка, и она... Те бомбы подорвались, подкинули эти бомбы, и они ко мне подлетели. Все, в прошлый раз вот как произошло. Все ясно. У меня есть две ульты, это очень хорошо. Сейчас мы их заюзаем. Нет, ну да, наверное, лучше заюзать, потому что хп мало. Две ульты, так что нормально. Готово. На двух маленьких гоблинов заюзал. Вот сюда допрыгну. О, сокровище, сокровище. Сейчас, может, устройство соберу. Аквамарин, да штопанные ты носки. Зачем мне эти реликты сраные? Дайте мне устройство дособирать. Уже вторую игру какие-то сраные камушки дают мне. Вот это, конечно, плохо, что там. Нет, вот, вот так вот мы сейчас сделаем. Бомбочки эти облетим. Хе-хе, обдурили бомбы. Они там, кстати, еще даже работают. Нет, 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 так не пойдет. Так не пойдет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Готово. С одного маха двоих ушатал. Вот тут тайник? Вполне мог бы быть там, но нет. Жучки. Жучки, пирожки. Че вы смотрите? Давайте, используйте свои способности. Там еще и этот с камнями. Ай! Как меня пронесло. Он прям мне под ноги кинул камни, но я ультил в этот момент, и меня пронесло. Я думал, что я сейчас развалюсь на реликты. О, отлично, здоровье. Хорошо как. Просто зашибись. Наш пункт назначения. Что теперь? В предыдущий раз я просто забрался на скалу. Знаю, это не ваш стиль. Но я придумал, как облегчить вам задачу. Вот, это не лифты. Они поднимаются, когда снимаешь ногу. Так что на вас половина работы. Представьте, что лезете по очень длинной лестнице. Ну, ты, конечно, круто придумал, следователь. Четко, пятерочка тебе. Классно, что ты их тут поставил. Интересно, это твоя разработка или нашего доктора? Мне этот исследователь, знаешь, кого напоминает? Скалу Уайн Джонсона. Джонсон, или как его? Короче, ты понял, про кого я говорю. Бывший рестлер, который снимался в «Форсаже», который в «Джуманджи» снимался, ну, еще в кучу других фильмах. Вот, такой же крупный, такой же крутой. Блин, не успел его ударить. Вот так вот вам. По жопе надавал рычащим. Короче, он такой же крутой, но только этот волосатый, а тот лысый. Вот. Не успел. Опа. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот так вот. Готово. Тайнички есть? Вот, кажется, вот это вот тайник. Да, ништяк. Опа. Ненавижу вот этих жуков, которые стреляют еще. Выкусил. Готов. Еще выше, да, получается. Блин, прикольные вот эти платформы, мне нравятся они. А он уже тут сидит. Вот смотри, я же говорил, что он крутой. Как тут оказался? Да. Я легко туда забрался. Легко он туда забрался. Ой, кристаллики взрывные. Надо быть очень аккуратным. Ты посмотри, что он сделал. Я только спрыгнул. Он меня сразу зарубить захотел. И... Ладно, у меня есть одна ульта. Сейчас я воспользуюсь. Зачем я прыгнул? Как? Я еще даже не поднялся. Что ты со мной сделал? Что ты натворил? Готов? Есть. В этот раз я прослежу, чтобы меня никто не ударил. Здесь спокойно ждем. Да штопанный ты! Фантики. Убегаем, убегаем, убегаем. Не успеешь. Вот так, только сел. Нет, это не тайники. Это не тайники. Ну, где следующие вражины?
Кому еще бока намять? Ульта, если что, у меня есть. Что-то как-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Последний удар оставался ему. Ну чё, жучки, я с полным хп. Фулл хп, а я сейчас вам жопу надеру ваши зеленые. Вот и все. Янтарь. Любимый мой янтарь. Хочу собрать устройство, которое позволяет, собирая янтарь, восполнить все хп. Ну не все хп, а частично. Ой, а вас тут много бумерангов. Тихо, не смей меня кинуть. Выкосил. Последний удар, и упрыгивай. Пронесло, что мне по кончику пальцев не зарядил этот бумеранг. Что-то, кажется, сломалось у нас, да? Магнитный резонанс. Возможно. Определенно что-то в тех камнях действует на платформы. Будьте осторожны. Жаль, что во мне металла нет. А то бы... Я бы не запрыгнул. Так, он вверх поднялся. С тобой все хорошо здесь? Ага. Стоило мне на него прыгнуть, и все. Так, я запрыгиваю. Если что, сейчас вот так вот сделаю. О, обхитрили систему. Подрывашкины! Да, им как раз идет слово подрывашкины. Название. А, мне в эту сторону, да? Ага. Я думал, мне вправо. Так. Да я не успеваю просто физически, они быстро складываются из-за магнитного резонанса. Ну а ты посмотри, что он творит. Подшучивает надо мной. Давай. Есть. А теперь сюда. Ладно. Теперь сделаем вот так. Опаньки. Снова жуки. Ну чё, готовы ваши зеленые попки? Yeah. Ладно, в этот раз я буду умнее, мудрее. Так, я смотрю, что средняя барахлит. Вон она, видишь, складывается. Да, наверное, они все тут барахлят. Так, готово. Давай. Все, отлично. Упустил свой бумеранг, получил по тыкве. Бачком меня немножечко задело. Не страшно, нифига себе, как мы высоко. Вон там бродили. Вон там только что проходили, пробегали. Опять эти кристаллы. Надо очень быть аккуратными с ними. Чё в пещерке? Ты жив? Да, я пережил нападение. Но плоды наших трудов уничтожены. В этом ты сам виноват. Нельзя было использовать мои творения против людей. Но они угнетают нас. Прекратив работу, ты навредила нам всем. Имей мы лучшее оружие, мы могли бы победить их. Имей вы лучшее оружие, вы бы сравняли Монте-Верде с землей. Похоже, я нужна тебе, чтобы истребить все человечество. Шарлотта, люди наши естественные враги. Мы приняли тебя, потому что ты поддержала нас. Но наша цель – постараться убить всех людей на земле. Я благодарен тебе и не трону тебя. Но если ты отказываешься восстановить заводы оружия, тебе не место среди нас. Какой он великодушный. Я думал, он ее сейчас убьет. Доктор, спаси меня. Прошу. А сразу так нельзя было? Помялась такая, как настоящая девочка. А теперь, доктор, спаси меня, а то меня сейчас тут замочат гоблины. С двумя щитами, в первый раз таких вижу. А чего такие крутые? Ну, у них щиты с шипами, поэтому надо быть очень осторожным. А, это типа кастеты. Шипастые кастеты. Ничего себе. Бомбочки, надо быть очень аккуратными. Еще двое. Сверху надо. И потом добивашка. Нет, броня. Чертова броня. Какие вы хитрые. Получай. Последний удар. Нет, не попал последний. А вот так последний, нет. А вот так последний. Выкусил. Никогда не понимал, на что они вообще надеются. Я уже столько орков, гоблинов перебил.
Опаньки. Снова эти платформы дурацкие. Я хвалил исследователя нашего, да? Типа, молодец, придумал, сделал. В итоге все через жопу работает. Короче, вначале я разберусь с тобой. У тебя есть даже реликты. Сумочки твои шикарные. Давай. Опа, поднял щиты. Давай, поднимай щиты. Вот так. Да, хорошо, как по позу прилетело. Пролазим. Ой, доктор появился. Да, 20 лет назад это было бы проще. Доктор, где сейчас камера прилетит со спасательным сообщением? Ну, пока не прилетело. О, ребят, помогите, вы что тут стоите? Помогите. А, они сидят и смотрят. Слушай, это что у вас тут развлекало? Вам может чипсы с соком еще принести? Посмотрите, как мне тут люлей насовывают. Что это за дела вообще? О, тайники. Это ж тайники? Ой, подорвался случайно. Не, это не тайники. Нифига себе, что тут происходит. Ладно. Пришло время ульты. Почему ты не использовал ее грамотно? Щиты блокируют мою ульту. Нифига себе, ребятки. Ушатал. Теперь надо наверх. Нет, наверх не получится. Есть. Ай, граната ата-та. Парни, вы вообще охренели. Просто офигеть, как охренели. Что это за избиение меня? Почему в прыжке-то ты не используешься? Ульта, короче, как-то работает странно. Сейчас стало, я не понимаю, почему. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте все вот в кружок встаньте, парни. В кружок вот сюда вот все встаньте. Отлично. Все, больше никто не прыгнет. Последний идет, типа мне хочет насувать своим мечом и... Я ему насувал. Так, пойдем посмотрим, могу ли я использовать вот эту штуку. Эту штуку, может я ее сломаю и там реликты? Не, ничего там нет. Веревочки. Вход в пещеру слишком узкий для наших платформ. Так, остальной путь проделаем с веревками. Было прикольно, если кто-нибудь... Спасибо. Упал и отбил копчик. О, глава 10, часть 2, письмо из прошлого. А, ну вот сейчас, значит... Камера любимой прилетит по-любому. Тут ветер, кстати. Дайте мне уже вот эти кристаллы всосать в себя, чтобы я превратился в кристального Нега. Это будет круто. Давайте, парни. Готов? Из-за ветра не получается, все тяжело. Меня сдувает. О, тайник вижу. Тайничок. С кристаллами, да? С янтарными. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Хочу сундуки. Где же мои сундуки? О, с косой. Нифига себе. Я такого не видел. Гоблина. Не успеешь. Пойду сейчас вот тут попробую подолбить вот эту стенку. Не, нифига. Гоблин с косой, как смерть прям настоящая. Только я этой смерти сейчас натолкал по жопе. Грамотных люляй. Кебаб. Реликтовых. Пойдем с этим разберемся вначале. Кто такой грозный стоит? И тебе в носяру. Снова веревки. Ну ок, полезли. Я вообще без веревок могу, вот так вот. И далее как могу. Чуточку дальше, в пещеру. Где этот рисунок? Здорово. Бандиты, не успеешь. А это та-та-та-та. Ого-го, знатненько он меня размотал. Даже ворота не помогли. Сейчас, подожди, я хочу их размотать вблизи, прям вот очень красиво. Вот как я хотел, видал? Вот что я хотел тебе продемонстрировать, свой крутой ворот. Ой, меня тут сдувает, нафиг. Че, парни? Черт, прям под косу. О, тайничок. С янтарем снова. Ну ладно. Пригодится. Парни, не смейте в меня стрелять этой фигней. Готов?
Ой-е. Тут что-нибудь можно сломать? Ветер меня поддувает к вам. Не, я с вами вот так вот разберусь. Даже не хочу возиться с вами. Сейчас отхилимся. Как вот вы здесь оказались, чуваки? Так нечестно. У вас телепорт еще есть. Еще немного. О, да тут высоко. Сейчас кто-нибудь обделается. Кажется, дедуля. Нехал пани дедушки. Райдер! Нек! Тащите канат! Держитесь, док! О, крутой, крутой, конечно. Нет бы канат потащить, он прыгнул. Отличный прыжок, Райдер. Не ожидал от тебя. Ну, глаза боятся, руки делают. Вы в порядке, док? Еще чуть-чуть. Райдер, блин, небритая бородка. Я это сделал. Да мы видели, что ты это сделал. О! Да ты офигел. Еще один летит на подхвате. О, пупсик, пупсик. Ты такой крутой. Че, к тебе не подлезть? Да, к тебе не подлезть. Ну, как бы... Ну, что это такое? Я просто подошел и натолкал. Подожди, а вот это же тайник, да? Тут что-то вот можно как-то открыть вот эту пещеру. Красный рубин нужен. А, видимо, если я буду кристальным неком красным, то вот эта дверь откроется. И там что-то есть интересное. А, понятно. Просто рубильник надо дернуть. И все. Я-то думал, тут более замудренная тема какая-то. Чё там? Чё там? Да нифига там, там хранитель, я вижу, хранитель. Эй, я вижу вход в пещеру. Да ты что? Лукас, ты такой вообще внимательный. Ой-о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 й
Шмыс! Мимо! Давайте, спрыгивайте сюда, пупсики. Кто-нибудь спрыгнет из вас, нет? Ну, я тогда вам так насую реликтов в трусы. Ну, я вроде бы вошел в раж. Вот единственное, надо вот с этим как-то разобраться спокойненько. Я забыл, как это делается. Надо увернуться. Давай. Ага, конечно, конечно, конечно. Ой-ой-ой-ой. Блин, был шанс. Я увернулся. По жопе ему давай. Черт. Эта штука меня бесит. Последний удар. Еее. Нравится этих хранителей разматывать. Иди и нажми этот переключатель, Нек. А я буду здесь. Может, ты сходишь? Чё я-то все время все это делаю? Достали. Еще и доберись до него, попробую. Тут смотри, что придумали. О, парень с щитом. Ну, хотя на парня ты не похож. На гоблина больше. Паук, паук, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Готов. Реликты, точнее это, вот, янта. Так глубоко тебя спрятали, подожди. Оказалось, что там вторая фальш-стенка есть. И побежали. Бегу, 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 бегу. Оп, привет, я здесь. А я уже здесь. Я так близко. Немного как... дальше, Нек. Да ладно, я как будто сам не понял, да? Здорово, парень. Оп-оп, раскидываем всех просто вот так вот. Подходим и раскидываем. Ай, не успел увернуться. Ну все, теперь раскидывать не получится. Да что ж такое-то, не получается от его косы увернуться. Тут у тебя что, какая-то волшебная, что ли, или что? О-о-о. Давай-давай-давай. Ушатал. Там он еще бежит, смотри-ка. Да что ж такое-то?
Готов? Последний с косой. Нет, не кинешь что в меня, косу усвоил. Фух. В принципе, очень просто разобрался, несмотря на сложность противников. Заходите, милости прошу. Жалкие нищеброды. У которых нет сил самим сделать все это. О, что это за настенная надпись? Ваша дверь здесь. А рядом с ней настоящий ключ. Нек, на тебя не очень-то похоже. Не очень. А за дверью наша награда. Гигантские реликты в огромном количестве. Здесь что-то написано. Плохие новости. Здесь сказано, что за дверью таится опасность. Упоминается какая-то великая трансформация, но я не совсем понял, что это. Дальше не разобрать. Не совсем то, что нам нужно. Великолепная идея поместить жучок в кулон, Катрина. На карте указано расположение ключа. Он в каком-то лабиринте. Я поместил ключ в лабиринт собственного изобретения, в надежде, что мудрец верно применит ключ и пройдет испытание. Виктор, кажется, он говорит о тебе. Да, но где он? Кажется, лабиринт где-то под горой обелиск. Я всегда думал, что там что-то спрятано. Так, долго интересно туда лететь? Что, мы летим туда? Да, нужно хотя бы найти ключ раньше Виктора. Не волнуйся, я осторожно. Осторожны? Поверить не могу. Вечно делаете, не подумав, что в голову взбредет, даже если это полное безумие, и ведь никто не остановит великого доктора. Лукас? У Лукаса больше мозгов, чем у тебя, доктор. Райдер, ведь ты бы остановил меня, задумай я какую-нибудь глупость. Конечно. Разумеется. Давайте, док. Веревки ждут. Как, конечно, Лукас не заметил жучок, когда кулон раскрылся, я не понимаю. Еще немного. Я начну искать место для посадки. А Виктор уже здесь. Мы опоздали. Они уже здесь. Вот для чего был двигатель. Эта махина длиной в милю. Гора Обелиск. Так, я прошу тебя очистить вход. Готовься прыгать. Давай! Кавабанга! Я такой маленький, а там такие большие роботы стоят. Попробуйте, достаньте меня. Ой, не стреляет. Глава 11, часть 10, огонь и лед. Сейчас, походу, я все это буду использовать. И огонь, и лед. Спокойно, спокойно, спокойно. Какие огромные реликты, смотри. Что-то там есть. Конечно же, реликты. Но если я увеличусь в размерах... Ой, 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 жучашки, жучашки. Вы же добрячки, добрячки. Ай-яй-яй-яй. Мама мия. Здесь... Мне бы реликтов еще побольше бы. Но если я отожрусь, я не смогу по этим пещерам ходить. Так что, как бы, вот как-то так. Не успеешь! Успел. Я жучара чуть мне не навалял. Вон еще один жук. Не, я пойду, пожалуй, реликты сейчас соберу. Отхилиться надо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А ты что в щите спрятался, пока твоего другана лупили? О, сколько вас тут? Нет, никто не брызнет. Нет, кто-то брызнул. А другие исчезли, да? Их тут было гораздо больше, чем 4. Висел на ниточке. Лава. Лава. Может, мы лаву примагнитим? И я стану лавовым неком. А, стой, подожди. Куда мне прыгать-то надо? Сюда, наверное. Тайник. О-о-о, ништяк, сундук. Сундук, сундук, сундук. Сундучок, а? Дай мне... Ну, конечно, сейчас под конец одни реликвии будут. О-о-о. Ну, в смысле, кристаллы. Аметистовый кристалл. Нафига ты мне сдался? Нет, как бы он сдался, но...
Я хотел что-нибудь другое. Эх, ладно, сейчас я тебя нашимпурую. Ракетник, дай мне свою ракетницу. Мне надо на то навалять вот этим вот мечником со сранцем. Мимо, мимо. На, на. На тебе. Мимо. Давай, 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 давай. Насовывай ему реликтов. Капец, вы какие-то... Ну я ж мелкий, понятно. Почему так долго убиваются они? Лава. Лава, лава, лавандос. О, какой мощный гренадерщик. Какие мощные у тебя гранаты. Но ты ничего не сможешь сделать, когда я подойду к тебе в упор. Понял. Реликтики, реликтики обязательно. И... Сейчас будем прыгать, походу, наверх. На вулкан, да? Вот сюда. Подожди, а тут вот, возможно, что-то есть. А, да, конечно же, есть. Проход кольцевой, круговой. Прыгай. И я гунфу. Сейчас мне тут напихают. Блин. Пацаны, а если я сейчас стрельну? Вы думаете, я не могу? Вы думаете, я не могу? А я могу. Сейчас. Сейчас, я заюзаю. Вот так вот вам, понятно. А то совсем офигели. Думали, что я не могу дальними атаками бомбить. А это кто? А это кто там стоит? Это не гренай... А, у него ствол, походу. Черт! Надо тебя ушатать, иначе будет плохо. Эх. А это что происходит-то? Сколько гранат? Вот это тайник, походу, да? Точно, с сундучком. Ну, дайте мне устройство, пожалуйста. Да, устройство. И что это за устройство? А, деталь детектора тайников. Ну ладно, хорошо. Еще три детали надо найти, и будет у меня детектор тайников. Мне бы еще ХП кто-нибудь подвосстановил немножечко. Либо катсцену показали. После катсцены у меня тоже ХП вполне нормально устанавливается. Ой-о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 й. Гренадерщики еще. Бежим, 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 бежим. Так. Вот так вот сделаем. О, ништяк, я там вижу. Я там вижу реликты. Под вас восстановим свой жупец. Е-е-е. Вот это я понимаю. Что-то сейчас тут будет. Катсцена, конечно же. Привет, жучки. О, что-то тут есть. Слушай, лед. Ё-моё. Лед же тут есть. Кстати, да, и вправду. Видишь, лед тут есть. И срабатывает детектор реликтов. Так что в комментариях и правду писали. Спасибо вам за это. Мне бы, конечно, побольше бы льда. Но ничего. Аккуратно, здесь лед. Спокойно. О, летучая мышка. Пышка. Летучая мышка. Нет, ты не сможешь. Хотя задел меня все-таки. Негодница. Летучая мышка это. Это я тоже забираю. Хватит уже свои струйные, зеленые, ядовитые, едкие вещества пускать в меня. Парни, смотрите, сколько во мне льда. Я очень острый типок теперь. Черт. Давай выпрыгивай, выпрыгивай. Гранаты, гранаты, выпрыгивай. Ай. Сейчас я тебя... Это электрическая сетка, она меня бесит. Кристаллики надо забрать. Бах. Блин, ну конечно это круто, когда как это называется-то? Ну вот эти чуваки, это кто? Как они? Голограммы. Что голограммы, они физически могут урон нанести, шатать тебя, гранату в тебя кинуть. Это, конечно, круто. А по факту, как бы, это, ну, вообще, воздух. Голограмма, это же воздух просто. Выкусил. Ух, сколько льда. И это все мне? Ага, прикинь. Я просто эту блокаду из льда сломал и все. Я думал, я сейчас ее как всосу буду таким огромным чуваком. Но нет. Но нет. Не буду. О! Я растаял, когда подошел к лаве. Ой, плохая идея была. Ой, плохая. Надо было просто тут пробежать спокойненько, тихонечко возле этой лавы. Я бы, конечно, таял потихоньку, но не так, как это случилось, когда я на лаву прыгнул. Да-да-да, гранаты, конечно же, гранаты.
Нет, парни, вы тут сами себя взрываете. Под ноги себе гранату кидает. Вы что? Сумасшедшие, падлы. Скотины, негодяи. Да. Будут еще сундуки тут, нет? Я просто пока что не вижу больше тайников. Ракетмен! Бах! Нет, только не в лаву. Так, ты шо? Сдурел, что ли, в лаву прыгать, обратно отскакивать? Вот тут что-нибудь есть? Нет, тут ничего нет. Вон там стенка, смотри, какая мощная. Сейчас туда запрыгну. Опа, ворот. Ворот. Как я их уделал? А, сейчас покарабкаться буду. Покажи класс, Нек. Опа! Чпик, 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 чпик. Конечно же, без сальтухи никуда. Ну возьми, вот же. Вот же. Смотри, там реликты, вон они висят. Видимо, понятно, у меня хп фул. Поэтому не берутся. Ну ладно. Зато лед возьмем. Кстати, даже детектор не срабатывал там. Сейчас подожди, я подойду к ним. Детектор сработает? Не, видимо, пустая коробка вообще. Гренадерщики. Ой-о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 й
Вроде такие милашные. А как тебя забомбили своими звуковыми волнами? Парни, я бегу, я качусь. Когда у тебя ледяные ноги, можно было бы с вами этими ледяными когтями за лед как хвататься, чтобы... Черт. Чтобы не скользить. Еще янтарь. Парни, я иду. Я вот он. Не успел выпустить сетку свою. Так, подожди. Тайники. Возможно... Не-а. Невозможно нифига. Все невозможное возможно. Ага, прикинь. Есть тут тайник. Стой, там еще янтарь есть. Все невозможное возможно, я точно знаю. Снова глыба льда. Надо было в нее влететь просто. Оу, парни, здорово. Проход расчистить? Да, я вообще сейчас. Вот часто я его расчищу. Пойдем насуем, подожди. Тут, вот что здесь было. Здоровенько, парни. Я вот сюда проберусь. Вот этому вбахну. И вот так вот сделаю, смотри. Хлыбыщ. Все, готовы? Готовы. Еще. Есть. Парни, а вот и я. Ну вот мы и внутри этого шикарного замка. Ты все это сделал. Глава 11, часть 2, лабиринт. Это построено слишком недавно. Очевидно, это какие-то люди. Может, это гоблины? Или кто-то, кто обладает реликтами? О, здорово, парни. Парни, я иду к вам, чтобы сломать ваши мечи. А, улетел. Свалился. Ну, я думаю, мы сейчас здесь... Стой, реликт есть. О, круто. Я, блин, только не обратил внимания, как эта стенка выглядела. Значит, ключ там? Да? Видал? Да, пола. Глубоко в лабиринте. Много испытаний придется преодолеть, прежде чем мы до него доберемся. Там пол. О, я как-то гранату откинуть умудрился. Это было классно. Я не знаю только как. Но как-то это... О, дверь какая. Нифига себе. Они взрывать хотят? Догнали. Похоже, они пытаются взломать ее. Не вяжется с духом лабиринта, правда? Ну ладно. Мы сейчас им поможем. Облегчим их задачу. Я так сейчас много пропустил. Так много отхватил. Опс. Это не тайник. Там какая-то дверь была, ну, с первым тайником. Она такая какая-то практически треугольная. Ну, не совсем треугольная. Парни, я вот он, я здесь. Бочка с маслом. Размотали меня. Я хотел ультануть и посмотрел, что у меня ульты-то нету.
Короче, сейчас спрыгиваем, вот так, хопа. Берем кристаллики вот эти. Лопс. И делаем вот так. Все отлично. А вон тайник, смотри, вот она, эта треугольная дверь. Вот как она выглядит. И здесь сундучок. Давай посмотрим. Еще одна деталька, деталька. Для чего? Детектор тайников. Отлично, еще две запчасти. И у нас будет детектор тайников. Четко. Хочу еще побродить здесь. Никуда не убегать. Хочу здесь походить. Уверен, здесь что-то еще есть. Что-то еще есть где-то. Реликты. Мигала реликтовая штучка. Вот. Вот так вот забираем. Это включаем. Как будто эти чуваки, которые минировали эту дверь, не знали, что тут есть рубильники, которые можно повернуть, и дверь откроется, да? Такие они тупые, вот, конечно. Это. И главный рубильник. Классно. Вперед. Жучки. В неизвестность. Ага. Слушай, ну тут хотя бы местность такая интересная. Загадочная. Это уже круто. Это уже интересно. Вот здесь может быть? Нет. Тут просто трещина. О, хранитель, смотри-ка. Вот сейчас начнется метание иголок. Ну давай, давай, давай. Свою самую большую иголку будешь метать, нет? Вот, 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 вот. Поворот. Не успеешь! Черт, успел. Отлично. Вон тайник вижу. Если это место построили люди, то что здесь делают стражи? Что ж, очевидно, эти люди поняли, как управлять стражами. Они поняли, как управлять стражами. Рубильник раз, рубильник два. А, время идет, надо быстрее сбираться, а то они сейчас исчезнут. Эти подъемные платформы. Привет, парни. Чего вы такие недовольные? Надавал всем пощечин. Дико интересно узнать, что дальше. И вот не хочется закругляться. Прямо сейчас вот самый сок начинается. Ой-ой-ой. Я бегу. Интересно, как же мои друганы сюда А, они вон, они бегут за мной. Только о них вспомнил. Ничего, бугай, давай, сразимся с тобой. Опа, промахнулся. Так, прыжок. Нет, ты меня не ударишь. Ух ты, нифига себе, это было мощно. Развалился, да? Отлично. Быстро, просто. А чё, вот, наконец-то можно пройти. Вот наш ключ и наша дверь. Когда ключ отопрет заветную дверь, горы поднимутся выше облаков. И лик земли изменится навсегда. Малыш, что это значит? Что это значит? Это значит то, что земля не будет такой, как раньше. Что-то произойдет очень плохое. Ладно. Ладно, давай нажмем. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вас там? А что так много-то? Что это такое? Я бегу. А как бы мне просто к двери подойти или надо просто увернуться от вот этих чунгачкуков? Вроде все. Открылось. Отлично. Странные какие-то создания были, конечно. Типа ездящие мины. Сейчас что-то... О, еще одна дверь. Активируем. Это типа лабиринт. Мне надо идти вот здесь вот. Хоп, хоп. Какая интересная штука, да? А, ну тут же несколько рубильников еще надо... А, черт. Еще один рубильник. Я пока бежал, что-то даже не обратил на него. А, еще и время идет, вообще огонь. Еще и время идет. Так, а где еще один рубильник может быть? Вот здесь вот, да?
Так, бежим туда. Вон туда, вон туда, вон туда. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, активировал. Черт, а как? Короче, оказывается, тут в самом начале рубильник. Их тут... Это будет тяжко. Ладно, врубаем. Побежали, 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 побежали сюда. Вначале сюда. Потом вот сюда. Активировали. Дальше, 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 дальше. Бежим. Скорее, 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 скорее. Время пока есть, 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 есть. Успел. Кажется, я успел. Да, все, открыли. Йо-хо. Прям так прыгнул, даже не посмотрев вниз. Лайк мне поставил Лукас. Спасибо. Вот тут вот все обрушивается. Мама? Мы это перепрыгнем. Вот это неожиданно. Очевидно, это спящий вулкан. Слушай, а где камера с его любимой? Вот что мне интересно. Почему она еще, ну, как бы, не прилетела? Опа. Жучок. Успел все-таки меня пульнуть эта мышка. Тайник? Нет, там нет тайника. Окей. Окей. Сейчас будем с хранителем биться. Ну, хотя это не хранитель, это как-то по-другому называется существо. Ой-ой-ой-ой-ой. Снова комбинацию надо подобрать, да? Сейчас, 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 сейчас я все успею. Я все активировал. Я могу пройти. Да. Все, дверь открылась. Отлично. Можно я просто отсюда пойду куда-нибудь? Ну, просто пойду. Черт. Да, вот вам, получайте. Давай уже свою крутую иглу. Есть. Что у нас тут? Куда мы бежим? Я еще тут... Мы ключ ищем, правильно же? Ну ладно, ключ да ключ. Просто мне казалось, что нам нужно одну дверь открыть, а мы уже их открыли сотню просто таких подобных дверей. Вот этот тайник, нет? Не. Я пришел, чтоб надрать тебе зад. Вот. Готов. Пускай полежит отдохнет. Ну, у меня ХП мало. Да. Не успел даже увернуться. Ну чё, бугай? Пол ХП, все дела. Ай-яй-яй-яй. Ворот! Чёрт. Под ноги ему надо было. О-хо-хо, как это так получилось, не знаю. Но выглядело круто. Очень круто. О, реликтики. Отлично, спасибо. Здесь ничего нет скрытого? Нет, вроде ничего нету. Йо-йо-йо. Наверху там тоже ничего? Вулкан. Красотища. А вон и двери с ключами. Ну, конечно же, Виктор пробил крышу. У нас гости. Глава 11, часть 3. Древний нельзя ключ. Нельзя позволить им заполучить ключ. Я сделаю все, что могу. Но мне кажется, что я тут могу обосраться сейчас вот. Хотя, учитывая мои размеры, может, я тут и не обосрался. Реликты я здесь собрал. Ракетники. Готово. Тайничок. С реликтами. Понятно, тут ничего интересного. О, с камнями. Да вы крутые. Были крутые. Жуха-мажуха. Маржуха. Ну что, ты не можешь взять их? Вот. Интересно, как тут стены станика... А, ну я же уже одну ломал. Просто стенка дырявая. Мимо!
всем напихал и свалил. Отлично. Так и надо поступать, Нек, со всеми. До двери далековато, но я думаю, что мы сейчас быстренько туда дойдем, если я не буду, конечно же, тупить. Готов. Реликты снова. Не, ну тут очень красочно, очень красиво. Пойдем с булыжниками разберемся. Есть. Бах! Эффектно. Пока что все изично. А вот и дверь сама. Реликты забрали. Но я думаю, что Виктор уже там. На самом-то деле. Вы крайне упорны, доктор. Признаю это. Виктор. И он привел с собой несколько надежных друзей. На данный момент счет 2-1. Сыграем до 5 очков. 5 очков или 7? Нет. Это последняя схватка, и мы подготовились. Если они с тобой не справятся, тогда справится это. По сути, это отравленный реликт. Он разрушает мистическую энергию, соединяющую твои части. Мы не знаем природы этой энергии, но не обязательно понимать что-то, чтобы его сломать. Спасибо, Нек! Красавчик. На этот раз будем действовать наверняка. Сначала достань ключ. Потом уничтожь Нека. Ух. Виктору понадобится время, чтобы пробиться. И мы должны успеть, да, за это время? Да, ништяк. То, что нужно. То, что я искал. Робот-пылесос? Деталь счетчика комбо. Последняя? О, последняя деталь счетчика комбо. Открыто. Поздравляю. Красотища. Ну ладно. А что нам счетчик комбо дает? Просто будет считать очки, сколько я раз ударил. Сейчас узнаем. Вот на этих типах сейчас. Проверим все. Вначале мы, наверное, разберемся вот с этим. Один удар. Два удара. Ой-ой-ой-ой-ой, как он меня кинул-то сверху. Два удара. Что тут будет? Что тут? Ох, ё-моё. Так, как нам нужно пробежать? Справа побежим. В принципе, давай все по новой. Активируем. Вот сюда бежим, 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 сюда, поворот, вот так. Ай, задели меня. Меня задели. Я не увидел из-за камеры там его. Так, побежали. Бежим сюда, прыжок, прыжок, прыжок. Вот так вот, отлично. Все просто. Меньше тупника, меньше... Ключик, ключик, я вижу его, он блестит. Это ключ. Мы опередили Виктора. Нек, можешь туда прыгнуть? Да, я надеюсь. Тогда мы откроем дверь со всей осторожностью. Я наконец-то смогу раскрыть тайны веков. Как это откроем дверь? Доктор, разве вы забыли, что было написано на фреске? Ты даже не представляешь, что воплощает этот ключ. Подумай о научных открытиях. Прекрасно представляю. Он означает конец нашему миру. Мы должны его уничтожить. Хватит спорить. Нек, доставай. Я понял. Лукас, уйди с дороги. Нет. Там великая опасность. Почему ты не веришь? Доктор отдает приказы, а я выполняю. Последний раз это кончилось тем, что мы попали в плен, а тебя подстрелили. Скажи, Нек, ты видишь в этом какой-то смысл? Не особо, но... Я же говорил. Какое бы безумие он ни задумал, никто не останавливает доктора. Док, мальчик прав. А, двое против одного, так? Доктор, пора остановиться. И ты, Райдер? Вы просили сказать вам, если вы примете неверное решение.
Неделю назад мы не знали о гигантских реликтах, и все было отлично. Откройте дверь. Вы или Виктор, неважно. Мы узнаем, что означает великая трансформация. Это не к добру. Ладно. Уничтожим его. Вот это верное решение. Так? Ты должен разобраться с ключом, пока он не попал в руки Виктора. Это слишком опасно. Ой-ой-ой, эта дамочка пришла. Я его возьму. Нормально у нее такой робот. Никуда не уходи. Я доставлю ключ Виктору и займусь тобой. Доктор, возвращайтесь назад. Я пойду за Катриной. Экшн. Экшн начинается, ребяточки. Ну, а то, что будет дальше, глава 11, часть 4, за ключом, мы узнаем в следующей серии. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забудь поставить лайк под видео, если тебе понравилось, и подписаться, если ты еще не подписан. А также подпишись на Яндекс.Дзен, ссылки будут в описании. Ну, а мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что, до встречи.